Всем привет, друзья! В этом видео я хочу вам показать баварское золото. На досуге я немного подумал и решил поискать золото в местных ручьях. А почему бы и нет? Как хобби или как развлечение я решил прозондировать эту тему в интернете. Золото в Баварии добывали уже давно, и этим занимались и римляне, и кельты. И вообще встречается множество следов по добыче золота. Ну просто об этих местах уже давно забыли, остались какие-то карты. Конечно, есть места, где золото добывали много. Но это не была такая золотая лихорадка, как в Америке. Потому что здесь золото было добывать тяжело, и выход был небольшой. Золото, которое находится в горах, то есть в своем первоначальном месте происхождения, называется горным золотом или первичным золотом. Потом, после эрозии или землетрясений, какие-то золото высвобождается и перемещается реками в долины. Так что вот это золото, которое находится у нас в Баварии, оно переместилось с австрийских гор за 20 миллионов лет, вот постепенно перемещаясь по речкам, по ручьям, и вот дошло до нас. Вперед, друзья, со мной на поиски золота. Так, друзья, вышел я на место, искал недолго, конечно, вот пришлось мне использовать карту, где находится это место. Идем по таким, ну я старался выбирать не такие, где меньше людей ходят. И вот хочу найти это место, примерно, конечно, область. Конечно, никто не скажет, где много или что-то есть из золота. Так что идем и смотрим, что там есть. Так, идем, вот смотрю на телефон. Сейчас включу его, батарейка шпарит. Вот карта мне показывает, что где-то здесь, возможно, речка протекает. И что-то, может быть, я и найду. Людей здесь практически нет. Я старался находить места, где меньше людей ходят. Хотя здесь дорожка такая, но здесь байра, наверное, лес пилят, поэтому и вот есть дорожка для транспорта, чтобы увозить. А так людей практически нет. Ну вот речка, вот. Ой, какие, смотрите, здесь у нас разводы обалденные. Видать, сильный дождь был, и вода шла, огромная вода. Друзья, у нас недавно шли сильные дожди, пол Германии затопили, наверняка вы смотрели в новостях, так что здесь у нас тоже были сильные ливни, да, вот сейчас пасмурно, но это и нам на руку, где что было, может быть, что-то пронесло, какие-то железячки или, ну, сами знаете, не буду говорить вслух, золото, так что будем посмотреть, что здесь на этой речке есть. Так, речка эта прикольная, тихая сейчас. Я даже видел, здесь рыбка водится. Мальки вон плавают по берегам. Ну вот будем искать как-то, чтоб поменьше, с песочком камушки. Здесь большие булыганы. Лопату я для первого пробного, как говорится, поиска не взял. Ну-ка пройдусь я по косе, вот по этой, и посмотрю, что-нибудь может блеснет. Потому что если сильная вода идет в другой раз, вот здесь, как говорится, все это в воде, и сюда может быть нанести что-нибудь. Ну вот песок есть по берегам, и вот первый признак, туда резкие обрывчики такие, это хорошо. Здесь можно что-то поискать. Может, какое-нибудь золотишко и намыло. Конечно, я не рассчитываю на какие-то огромные и большие,
что-то поиски. Ну, возможно, что-нибудь найду. Для меня это интересно. Для меня интересно, это как приключение. Поискать, посмотреть новые места какие-то. Прикольно. Идешь здесь. Хотя в Германии очень плотность такая большая население, и все равно кого-нибудь встретишь. Ну вот, пытаюсь, как говорится, найти такие места прикольные. Офигеть, ребята, речка какая классная. Вот там русло течет сильно, прикольно. И здесь почти никого нет. Даже можно сказать, никого. Прикольно, я один. Сейчас пойду вдоль косы этой и посмотрю, что здесь интересного. Ну-ка, что здесь у нас? Так-то, конечно, невооруженным взглядом и ничего и не видно. Так. Ну вот дальше я смотрю. Ничего нет. Ни песочка нет. Я вернусь тогда назад. Ну-ка, здесь что-нибудь осело. Не видать. Назад вернусь и попытаюсь первую пробу взять на песочке. Так, друзья, сейчас попробуем набрать немножко материала для пробы и посмотрим, как это мыться. Первый раз, друзья, делаю это. Ну, не знаю. Сильнее надо мыть. Так. Так. Хоть бы блеснуло что-то. Нет? Не вижу, ребята, честно слово. По-моему, здесь ничего нет. Ничего. Что ж, переживать не будем. Попытаюсь счастье еще раз попробую. Ох, нелегкое это дело золото мыть. Ох, нелегкое. Да. Не знаю, конечно, меня никто не учил. Буду в процессе учиться. Как это? Что? По телевизору видел, как золото остается, вот тяжелая фракция. И надо из нее... Все, а золото должно остаться. Не знаю. Правильно я делаю, неправильно. Кто умеет, напишите. Ну, чашка-то у меня хорошая хоть. Так, так. Ну-ка, чего у меня здесь? Воду солью. Хоть бы песочек какой-нибудь прорезался. Ну-ка. Не вижу ничего, ребята. Какая жалость. Неужели надо говорить первый блин комом? Вроде карта и этот район говорила, что здесь должно быть золото. Здесь и горы недалеко. Ладно. Ладно, переживать не будем. Пойду-ка я вдоль речки пройдусь. Посмотрю, что здесь интересно. Речка-то длинная, большая. Так, ребята, пойду вдоль речки. Так, по ручью. О,
вода свеженькая. Ну ничего, я хочу посмотреть хотя бы признаки этого дела. Ого! Ну класс, класс, конечно. О, ну ничего не вижу. Хоть бы блеснуло какой-нибудь камешек, а? Я знаю, товарищ один по телевизору говорил, вообще в Ютубе писал, что здесь возможно самородочки. Самородочки. Ищем, ищем. Может, кто видит через камеру, свистите мне. Так. Пришел еще к одному месту. Речка здесь слышится. Ну, такие деревья. Мама, не горюй. Ведь никто не рубит их. Я имею в виду, это и хорошо. Люди смотрят за своим домом. Какая красота. Ого, здесь опять заросли. Заросли этой ягоды. Прям очень много. Не знаю, что это. Что такое за ягода? Что за ягода? Деревья опять. Огромные просто. Фантастика. Тропинка, конечно, здесь не ахти. И грязи целая куча. А, уже вляпался. Так. Шайзе. Вышел к очередному прогалу. Аба, смотрите, здесь ванзы. Здесь дожди размыли все. И грязи здесь сколько много. Все в речку ушло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не хочу в грязи возиться. Место классное, классное. Обалденное. Речка, можно сказать, по всей ширине своей имеет одинаковую глубину, одинаковую. Мелкое, классное место. Надо запомнить это. Здесь песок размыло. Ой-ой-ой. Смотрите, как... О! Так, хотя бы взглядом поищу, есть что-то, хоть бы какой-нибудь камушек блеснул. Иду искать другое место, более выгодное для меня. Ну, место хорошее, надо подождать, когда все подсохнет немножко, и тогда прийти сюда снова. Так, ребят, можно было бы и подобраться и здесь. Такие места, но здесь очень крутой обрыв. И не стал я сюда заходить. Да, речка длинная, конечно. Еще успею где-нибудь найти место неплохое. Классные места, тишина. Пойду дальше искать. Где можно зайти сюда поближе. И чтобы было место такое, как бы отмель еще такое. Там, возможно, под речкой, в речке, найду мое золото. Здесь все обвито плющом. Классно. Как будто деревья в шубке такой. Прикольно. Ну, такие большие заросли обалденные. Что за ягода, не пойму. Наверное, какая-нибудь волчья. Красота. Так, друзья, заросли здесь. И все сыро. Смотрите, все в воде. Что за трава какая-то растет с цветочками. Кто знает, напишите. Не знаю, может, сорная какая-то. Так, сегодня у нас пасмурно. Не знаю. Как дальше, лишь бы дождь не пошел. Шмель собирает мед. Как я хочу золото свое собрать. Ах, какая пчела мощная. Да, по германским понятиям это уже непроходимая дорожка. Можно сказать, это совсем не дорожка. Смотрите, здесь все заросло.
Но деревья меня поражают другой раз. Ну не меньше 100 лет им. Все войны прошли. Так. Ого. Какие-то. О. Здесь продираться. О, шази. Продираться. Что здесь у нас? Боюсь, сюда я к речке не подойду. Ну и боюсь, как бы змеи здесь не попались мне. Шази, везде паутина. Ох, я не люблю такие лазить везде. Катастрофа. Ах, застрял. Надо выбираться. Подойти с другого места. Ох, наклонился. Ого. Так. Вышел. Так. Немного обошел в сторону. И здесь уже пошише. Так, идем поближе к речке. Ой, ну какие красивые ягоды, а. Просто фантастика. Ну, природа, конечно, здесь мне нравится. Так, ребята, вот наша речка. Так, ух ты. Ну, здесь такой, как бы, перегиб, и можно что-нибудь посмотреть. Конечно. Сейчас буду пытаться спуститься поближе. Крапивы здесь, ребята, немеренные. И вот я смотрю, ежевика растет. Еще кое-где зеленая. Ну, к осени она будет поспевать, конечно. Вот. Вот я смотрю, ежевичка-то есть уже. И крапива. Ах, шайзи. Так. То тебя исколят. Опа! Прыгнул. Так, в общем-то, вот такая коса. Сейчас попытаюсь что-нибудь попробовать. И комары. А говорят, в Германии комаров нету. Есть. Так, иду, смотрю под ноги, чтоб ни на что не наступить. Потому что такое дело, мало ли, что здесь. Неизвестно. Ну, заросли, видать, вода так шла. Дожди-то были у нас недавно. Кто знает. Затопление было. Ну, у нас, слава богу, обошлось, конечно. Ну, вот. Ну, здесь вода, конечно, прибавилась. Ничего не топило. Так, ладно. Буду пытаться намыть что-то. Найду какой-нибудь грунтик и попытаюсь. Надо, я понял, такими большими движениями, чтобы вода вымывала легкую породу. Тяжелая порода остается. О, я уже немного учусь после третьей попытки. Уже биты, уже, наверное, 3 часа здесь вокруг. Вожусь, пробовал еще в 2 местах какие-то. Не получалось у меня. Ну, видел, да. Пару желтинок. Ну, чтобы их намыть, я смотрю, это надо целый комбайн сюда подгонять. Или еще что-то такое. Не знаю, ребята, найду ли я вообще, я уже стал разочаровываться. Но информация-то и в интернете верная говорит, что, возможно, здесь золото. Тем более горная речка. О, да, нелегкое это дело. И вот так. И вот так что остается. Так, вот. Моем остаток. Не знаю. Большая фракция. Маленькие фракции. Вот что остается. Мелкие камушки. И песчинки. Вот.
знаю. Пойду сюда. Возможно, здесь что-то мне подфартит. О-ка. Я как чувствую себя настоящим золотокопателем, как на Аляске. Ну, ребят, конечно, первый раз. Башкара достает. Не думал, что так тяжело будет. Но все равно. О, что-то было. О. О, какой. Камушек зеленый какой-то. Но это не мой вариант. Камни. Стараюсь крупную породу брать. Песок меня не интересует. Хотя было бы много песка, и песок бы мыл. В общем-то, чего вам сказать. Еще один лоток. И, наверное, нету. Ну, вот что-то желтенькое есть. Какие-то вкрапления. Не знаю. Надо со специалистом советоваться. Башкара. О, убил одного гада. Так, еще раз попробую. Да, конечно, если присмотреть это место какое-нибудь, здесь есть, наверное, участки, где, может, на перекатах где-нибудь. О, сейчас я, можно сказать, разведывательная миссия. Нету ни хрена. Задолбалась уже. Битый час еще с этим нахрен. Да достало все. Здесь рыбы нет. Хотя рыба здесь есть. Форелька. Так. Здесь, конечно, все заросло. И мне здесь тяжело пройти. А, сквозь крапиву. А, шайзе. Здесь и наклоняться надо. Черт меня несет куда. Вот на эту косу я хотел. Ребята, не знаю. Здесь. Опа, чуть не свалился. Попробую счастье. О, покажу, какие здесь эти встречаются. Как слизни. Шевелится. Все пожирающие. Так вот. О, здесь какая тишина. Фух. Пока доберешься до таких мест, устанешь. Так. Ямку что ли разрыть себе? Муть одна. Муть одна. Где мое золото? Может, какое-нибудь слово нужно? Такое волшебное. Золото, золото, приди ко мне. Золото, золото, покажись мне. О, даже словосочетание такое прикольное. О. Так, что у нас здесь? Ну, камешек какой-то. Ну, это, наверное, не золото все-таки. Ну, так-то
что блестело. Есть что-то такое, ну, бля, хрен его знает. Нифига. Нифига. Ну что, друзья, надо перемещаться на какие-нибудь другие места. Я уже на этой косе 5-6 раз черпанул, подвигался влево и вправо. Что-то нифига, ничего нет. Надо выходить и искать еще дальше. Так, шайзе, чуть не навернулся здесь. О, берега крутые. Не сказать, чтоб сильно крутые, но как-то не очень. Ах, опять эту крапиву. Шасси. Да-да, говорят, она полезна. Ну и нафиг. Эту крапиву. Фух. Ну не знаю, ребят. Везде облазил, устал уже, как собака. Ну, хочется, конечно, найти и показать вам настоящее баварское золото. Ну, будем искать. Конечно, я видел, в некоторых местах ребята добывают с такими аппаратами. И помпа у них там качает, и песочек, и все. И они добывают там немало и немного. Ну, они на одном месте, лопата и оборудование. Бывает 2-3 человека, ну... А я один и пытаюсь найти свою жилку. Свои самородочки, ребята. Ну, пожелайте мне удачи. Иду дальше. Пришел на перекаты. Ну, здесь такие, конечно, огромные булыжники. Ногу можно сломать себе, если быстро идти. Поэтому иду медленно. Речка здесь более-менее бурная. Да. Ну и огромные прям валуны. Не знаю, здесь что-то попытаться попробовать. Мое золото в моих руках. Сейчас мы это дело быстро найдем. Ой, ребята, чувствую, где-то здесь золото. Золото, мое золото. Золото, приди. Да. Классное золото будет у меня. Ох, я люблю золото, ребята. Эх, золотишко намою сейчас. Хоть песочком побалуюсь. Так. Ну-ка. Что у меня тут? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, вот что осталось. Если кто видит что, пишите. Я лично вроде блеснула одна, но она тут же у меня и соскользнула в речку. А. Катастрофа, а? Ну что делать? Где мое золото, ребята? Подскажите хоть вы. Дальше там по берегу не пойду. Какие-то скалы, камни какие-то. Не знаю. На той стороне булыжники большие. Вот хожу, выбираю места. На, хорошо. О! Что-то блеснуло, блин. Стоп, 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 стоп. Что это? Да. Это что, золото, что ли, такое? Да ну нафиг. А, ребята, это что, я золото нашел? Нифига себе. Да ну нафиг, не может быть. Нет, надо... Надо, конечно, проверить. О, блин, задолбался уже с этим звуком. Комары заели, блин.
Ого! Ёлки-палки! Ребята! Это что, неужели это золото? Фига себе, кто знает, напишите, обязательно скажу. К ювелиру спрошу. Фига себе. Какой-то желтый. Фига. Это повезло. Это место надо запомнить. Блин, комары заели. Ну так классно, ребята. Первый раз что-то нашел. Классненько. Ребята, это просто фантастика. Сейчас еще раз попробую. Не, ничего нет. Как бы я ни старался последние разы, ничего не получилось. Ну, ребята, кому понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Марию пойду сейчас покажу. Но сначала доберусь до дома. Устал как собака. Пишите комментарии. Ну и я вам расскажу в следующем выпуске, золото это или нет. Я пойду к ювелиру обязательно. Но место это козырное. Где я нашел, я обязательно запомню. Может быть, в следующих видео покажу. Может, еще попробую, раз такое дело. Пока-пока. До новых встреч, ребята. Спасибо, что были со мной. Это удача, я считаю. Пока-пока.